Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим малосольные огурцы за 4 часа. Готовятся очень быстро, получаются очень вкусные, хрустящие. Берем килограмм огурцов, обрезаем по краям. Ингредиенты будут, как всегда, под видео. Берем 2 пакетика. Складываем огурцы, добавляем соль 1,5 ложки, пару штук гвоздички, черный перец молотый, горошком, укроп. Укроп берите по вкусу, как нравится кому. Чеснок. Берите головку чеснока, нарезайте кусочками. У меня чеснок сухой, я положила где-то столовую ложку. Завязываем хорошо пакет, чтобы был воздух. Один сначала, потом второй. Кладем в холодильник на 4 часа. Каждые 20 минут стряхиваем. Проходит 4 часа. Достаем с холодильника и подаем на стол. Получаются замечательные огурчики. Приятного аппетита! На канале с вами была Лина. Кому нравятся мои рецепты, подписывайтесь. Не забывайте ставить на колокольчик, чтобы получать мои новые рецепты. Всего доброго! Пока-пока! До скорых встреч на новом видео!